юрист, прирожденный артист и убежденный поэт-анархист. Он для толпы вдохновителем был, в жизни с пути своего не сходил, не врал себе сроду. И думал он так: люблю я свободу, система мой враг. Нет жизни от произвола властей и от чиновников разных мастей, а лишь нить везения оборвалась. На анархиста управа нашлась. В четырех стенах очень просто заблудиться, замедляя жизнь идей. Всюду замкнутый круг, безнадёга фигуры в халатах вокруг. Как ломаются люди, видали они, были тут и мыслители, и бунтарели. В четырёх стенах очень просто заблудиться, замедляя жизнь тебе. Не поймем его правды мрачная больница, он для них не человек. В четырех стенах очень просто заблудиться, замедляя жизни бег. Не поймет его правду мрачная больница, он для них не человек. Под мой я палате, с душевным